Ребята, рад всех вас приветствовать на своем канале, где мы продолжаем изучать проект iGoPay и в данном случае разберем дорожную карту данной платформы. Также поговорим про команду и про советников проекта. Так вот, начнем с дорожной карты. Что здесь отметим, что в ноябре 2018 года стартовал данный проект и тогда, собственно говоря, началось исследование, в принципе, данного рынка. Далее в 2018 году в декабре уже было внедрение проекта в соответствии с базой данной компании. Далее в январе 2019 уже года был сделан iGo токен на блокчейне эфира, то есть стандарт ERC-20, и было блокчейн-исследование. В июне 2019 года предпродажа токена и просто и его продажа. Далее в августе у нас планируется тестирование блокчейна следующего поколения. Вот, и также, собственно говоря, планируется приложение под Android и iOS, расширение для браузера Chrome. В ноябре 2019 года будет обеспечение интеграции AI Payment с сторонними сервисами. И в декабре уже 2019 года будет запуск последнего поколения IO блокчейн и запуск кошелька A-Wallet. Ну что ж, далее поговорим про команду проекта. Ну, сильно подробно разбирать их не буду, то есть тут, как видно, очень много участников. Ну, скажу так, что вы можете перейти на их странички. Давайте даже специально покажу это и сделаю. Да, то есть мы переходим сюда, и если нас интересует что-либо по проекту, вы можете установить контакт с этим человеком, и вы можете написать ему, естественно, что вы можете, соответственно, в общем-то, пообщаться с этим человеком. Вот. Задать ему интересующие вас вопросы, да, то есть мы видим, что он, собственно, реальная личность, да, не какая-то выдуманная, и, соответственно, можно с ним установить связь. Ну и также с другими людьми тоже. Вот, также, что еще важно, что кроме того, что здесь есть, собственно говоря, члены команды, которых, как видно, здесь 8 человек, да, есть еще и советники. Советников даже больше, чем членов команды, это целых 9 человек, это тоже ссылка на их профили, кое-где, допустим, в LinkedIn, кое-где в Google+, то есть тоже такая социальная сеть у нас существует, ну или не почта, да, на Гугле. Вот, и, соответственно, можно с ними тоже обменяться какими-либо мнениями о проекте. Ну и более того, у нас есть последние новости в данном проекте, допустим, то, что данный проект выходит на Windows Launchpad, ну давайте даже покажу вам, да, то есть вот в разделе новостей это было, да, совсем недавно, 3 июля 2019 года, вот, соответственно, эта информация тоже может быть интересна для тех, кто, собственно говоря, заинтересовался, опять же, таки данным проектом, то есть вы просто узнаете о нем более подробно. Вот, ну и другие новости тоже, конечно же, могут быть важны, то есть, допустим, то, что частные продажи начались и какие тут условия у них на частных продажах, тоже это важно, ну и так далее, как говорится. Также можно найти их в разных соцсетях, в LinkedIn, опять же таки в Твиттере, в Телеграме, на GitHub'е, на Медиуме и на форуме Bitcoin Talk тоже можно прочитать про данный проект. Ну что ж, на этом, пожалуй, буду завершать данный обзор. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.